Москве досрочно началось голосование по сносу жилья. Я Егор Максимов. Здравствуйте. Власти российской столицы обещают включать дома в программу реновации только на основании этого опроса. Изначально голосование должно было запуститься сегодня, но мэрия Москвы открыла его на день раньше, сразу после протестного митинга. Вчера на улице Москвы, по разным оценкам, вышли от 8 до 20 тысяч человек. Они выступали против сноса домов. Мэр города Сергей Собянин пообещал прислушаться к содержательным заявлениям митинга. Голосование по сносу проходит на портале «Активный гражданин». Власти уверяют, что сайт защищен от накруток, хотя ранее пользователи в сети не раз обвиняли электронную систему в махинациях. Политик Алексей Навальный уже заявил, что это голосование, цитата, «фальшивка». В своем блоге он напомнил, что законопроект о том, как будет проходить реновация, принят только в первом чтении из трех, а жителям уже предлагают принимать решение. Список из 4500 домов, которые вошли в программу сноса, мэрия опубликовала в начале мая. Планы городских властей вызвали возмущение многих москвичей.